Привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой YouTube-канал. А сегодня у нас будет с вами достаточно интересное видео. Это продуктивный день со мной 24 часа. Ну, вообще там немного не 24 часа, но суть остается та же. Я постараюсь быть максимально продуктивной. А, у меня были уже подобные видео, конечно же, типа продуктивный день там со мной, всякое такое, но это именно, что мы будем весь день супер-пупер продуктивными. Я хочу сказать, что сначала я хотела назвать видео «Стать резюме», но я поняла, что учебы здесь-то вообще не особо много будет. Тут будет лишь одно у меня дело, связанное с учебой, и называть как-то это видео «Стадия возьми» немного нечестно, я думаю. Поэтому я решила назвать это видео «Продуктивный день 24 часа». Вот. А вообще сегодня по планам достаточно много, и, кстати, одно учебное дело, только это сделать нужно будет афишу в иллюстраторе. Сейчас я бы хотела снять видео, но у меня волосы еще мокрые. Сейчас я отправлюсь на сушку волос, а потом буду снимать видео. Кстати говоря, хочу вам рассказать об одном приложении, которое мне поможет в съемке видео. Вы спросите меня, почему, так я вам сейчас расскажу. Это приложение называется PDF Converter. А в этом приложении, что мне удобно, я всегда для видео пишу сценарий, и для этого мне нужно его перенести либо на iPad, либо на телефон. Но я пишу его в Word-овском документе. И, соответственно, таким образом Word-овский документ у меня не отображается на iPad, либо на телефоне. Поэтому я вот использую приложение для конвертирования их в PDF. PDF у меня как раз-таки отображается. И вот это вот приложение, которое я вам сейчас хочу рассказать, тут можно вот конвертировать не только из PDF какие-то разные форматы. Там можно конвертировать в Word-овский формат, можно конвертировать в изображение даже, в Excel, там презентацию. Это, кстати, очень удобно для тех людей, кто, например, задает какие-то презентации для учителя, и вы, например, сделали их в Word, или вы сделали их в PDF, то вы можете конвертировать в презентацию. Можно конвертировать в PDF, то есть мы можем конвертировать Word-овский файл в PDF, презентацию в PDF и так далее. А также, помимо этого, очень что удобно, можно редактировать документы в данном приложении. Можно соединять PDF-форматы, можно их разделять. В общем, тут есть куча разных настроек. Также в Pro-версии можно ставить подпись на PDF-файле. Это очень удобно для договоров каких-то, например, и так далее. В общем, я вам буду здесь параллельно все показывать. И меня это действительно спасает. Меня это действительно спасает, потому что мне удобнее смотреть PDF какой-то файл. В принципе, PDF везде открывается, на любом компьютере, на любом устройстве. И это реально очень-очень классно. Вот, его можно скачать как на iOS, так и на Android. Также это приложение есть на компьютере, поэтому ссылочка на него будет в описании. Обязательно туда заглядывайте и скачивайте данное приложение, потому что, я думаю, многим это пригодится, так как я знаю, что большинство моей аудитории сейчас учатся в школе, либо где-то в университете, колледже, и вам как раз таки это будет очень полезным приложением. Вот. Ну а мы с вами сейчас идем сушить голову, а потом я буду снимать видео. И заодно еще сконвертирую в PDF свой файлик. Я решила не сушить волосы, в принципе, они так хорошо выглядят, я просто их вот так как-нибудь намотаю на палец, не знаю. И видео, в принципе, все будет нормально выглядеть. Кстати, нам написал преподаватель по физкультуре, что те, кто сегодня не пришли, а я сегодня не ходила в колледж, потому что у меня есть дела, очень много дел. И он написал, что он поставил всем, кто не пришли, двойки. Потом я теперь есть две двойки. Вот, это очень забавно, на самом деле. Ну ладно, пофиг. Кстати, вот. Какой? Я образ решила выбрать. Ну, вообще, это просто футболка Дениса из H&M и украшение от AliExpress. Вот. Я думаю, что выглядит это все достаточно неплохо, поэтому так вот я буду снимать видео. Так, я сняла видео. Вот. Оно получилось не особо длинным, но, в принципе, как я и планировала, потому что я там все говорила по факту, плюс у меня есть сценарий. Я сейчас хочу сделать обложку на видео, обработать ее. Что я сейчас буду делать, какое у меня задание. А, мне нужно сделать вот такую вот афишу. Вот такую вот. Листовку, я не знаю. Ну да, это, наверное, листовка больше. Так вот, надо мне сделать в иллюстраторе. Я тут уже подготовила себе область. А
Надо просто ее перекопировать. Ну, точно так же просто нужно сделать. Нужно найти мне сейчас последний богатырь, постер. Какой-нибудь взять. Не тот, который там был использован именно. Вот постер. Тут есть очень много всяких разных. Тут вот этот используется. Но я думаю взять какой-нибудь такой, может быть. Блин, он мне нравится, на самом деле. И мне это все нужно будет сохранить. Сохранить нужно будет в более старом формате. Ну, типа, там, иллюстратор, чтобы был более старый, потому что у меня новый. Вообще, кстати, напишите в комментариях, интересно ли вам смотреть такое. Интересно ли вам смотреть, как я делаю всякие вот такие вот задания, потому что вдруг вам это не интересно. Либо, если бы же вам это, наоборот, интересно, то я бы, конечно же, снимала этого больше. Вот. Короче, проще говоря, мне нужно это просто все Итак, у меня отключилась камера, точнее телефон, потому что не отключился, у меня память закончилась, поэтому мне сейчас пришлось удалить. В общем-то, на каком мысли остановилась? Было ли бы вам интересно посмотреть, как я что делаю? Вот сейчас я буду делать постер, поэтому давайте на таймлапс и давайте начинать. Вот что у меня получилось. Я думаю, что в принципе неплохо. Вот. Сейчас скину. Это надо будет сохранить. Я, если что, кстати говоря, сохраняю как? И сохраняю в обычном, как это сказать, формате иллюстратора. Так, это, по-моему, у нас... Ну, афиша назовем это. Афиша. Вот. Надо, по-моему, в иллюстраторе EPS сохранить. И у меня 20-я версия, но я сохраню в более старой. Вот в этой, наверное. Вот. Чтобы преподаватель мог открыть. Так как я, в принципе, закончила с постом, точнее, с афишей, как бы на самом деле сейчас сходила за продуктами. Вот. Но проблема в том, что у меня магазин, который рядом с домом. Я не знаю, просто там закончили ли выставлять все продукты, не закончили. Я хочу купить на салат помидоры черри, хочу купить моцареллу, это будет у меня такой салат с помидорами, моцареллой, а еще оливки либо маслины. Но, у меня мало зарядки осталось, поэтому я думаю сейчас подзарядить телефон первым делом, потом уже пойти в магазин. И, кстати говоря, я продвинулась по своему списку дел, пока я буду подзаряжать телефон. Я думаю, что я в 4 где-то пойду в магазин. Я хочу либо оформить ежедневник, сейчас. Либо начать монтировать видео. Скорее всего, я это, кстати, начну делать. Буду монтировать видео. Поэтому let's go. Я хочу потренироваться еще, но мне нужно потренироваться лишь... Ну, мне надо будет тренироваться лишь тогда, когда у меня пройдет 2 часа спустя последнего приема пищи. Вот. Чтобы еда все усвоила, чтобы мне не было тяжело и всякое такое. Поэтому сейчас я буду монтировать видео. Я была сейчас на 100% уверена, что у меня есть шарф мой здесь от пальто, который я обычно ношу, но нет, шарфа нет, поэтому я все равно как бы пойду в шубе, но я думаю, у меня есть шарф, и я типа надену шарф. Это что, лук? Может, кому-то будет интересно, это джинсы Shein. Вот, еще футболку мне просто не стала снимать, это H&M, и свитер от Zara, это не со свитера, вот, но сейчас вы его уже не найдете, потому что в 19 году еще покупали. И, кстати, наверх я еще хочу надеть шубу, потому что у нас минус 4 градуса на улице, но мне идти 5 минут до магазина, поэтому я считаю, что я не должна замерзнуть.
Насколько это логично, минус 4 надевать, вот, надеваться вот так вот. Но у меня супер теплый свитер. И как бы по сути у меня вот здесь все закрыто. У меня просто шарфика нет. Я не знаю, где мой шарф, если честно. Это шуба, что тоже шин. И панамка, это тоже шин. Я дико надеюсь, что я не замерзну. Продуктовая корзина, что я купила, это вот такие вот помидоры. Так, чек. Помидоры, черри, вот. Потом моцарелла, две пачечки я взяла. Там не было маленьких, именно которые с шариками, поэтому мне тут будет один большой шарик. Ну, как бы, ладно. Также мохито, маслины. Вот, я взяла самые дешевые, поэтому так вот. А, и еще взяла экзо. Вот, две штучки. Поэтому сейчас мы будем с вами готовить салат. Вообще-то нет ничего сложного, нужно просто все нарезать. Все. Можно еще, кстати, также добавить листья салата, но я их не буду добавлять, я буду просто использовать все вот эти вот продукты, которые я вам показала. И все. И оливковое масло. И будет все просто супер healthy, супер клево. Поэтому let's go. Гордой душой приготовила себе ужин полдник, не знаю. Отправляюсь монтировать видео. Я уже его начала монтировать, сейчас я продолжу. Я надеюсь, я закончу сегодня. Атмосферненько, так гирлянду, кстати, включила. Поэтому да, это мое занятие на ближайшие где-то часа два. Возможно, потом мне снова придется пойти в магазин, чтобы купить салат. Чтобы Денису сделать потом салат. Так, я смонтировала видео. Вот. Я думаю, сейчас я пойду делать тренировку. Скорее всего, сегодня буду делать ноги. Пресс. Это называется «Пожелайте мне удачи», потому что я постоянно очень сильно устаю на тренировках. Для меня это будет прям жестко. Вот. Итак, я решила максимально залезть в атмосферу уюта. Кстати, если что, это очки не для зрения, просто так. Я в них хорошо вижу, то есть это обычные нулевки. Тут, если что, пластик, а не стекло даже. Вот. Вот, я решила максимально кутаться в теплые худи с ночосом. Кстати, если что, это мужской H&M, размер L. Буду есть свой прекрасный батончик. Вот, и также... Я хочу сейчас оформить ежедневник, наконец-то сейчас руки до него дойдут. Оформлять ежедневник буду на январь, записывайте это на канал. Не буду, потому что как бы видео просят, но отклика на них как-то нет, поэтому есть буду такой протеинный батончик, чикобар, с белым шоколадом сверху и
печеньем, типа кранчи, как это называется, рассыпчатым, в общем, это внутри. Вот. Я буду делать ежедневник максимально минималистичным. Я первые страницы оставлю точно такие же, какие они у меня были, то есть календарь я оставлю точно такой же, и недели я тоже оставлю одинаковыми. Вот. Но что у меня изменится? У меня появятся трекеры привычек, наконец-то их начинаю вести, потому что я поняла, что я сейчас снова начала заниматься спортом, и это намного удобнее вести трекер привычек. Вот, поэтому я сделаю это. И также напишу расписание тренировок. Я так однажды делала, но в тот момент нельзя было из-за здоровья тренироваться, поэтому это расписание как бы улетучилось. Вот. Буду смотреть что-нибудь на Ютубе параллельно с этим, может быть, музыку послушаю. И на Пинтересте также посмотрю какие-нибудь идейки для оформления. Но вообще мне просто нравится минималистичный стиль. Кстати, по цветам я думаю использовать... В общем-то, у меня был такой голубой маркер. Вот такой вот голубой маркер я покупала от Vista Artista за 100 рублей где-то. И у меня еще есть вот такой вот, а там был... Ему уже год 2, наверное, будет в этом году, в ноябре. Вот, я думаю, что и основными они у меня будут, потому что я еще с того месяца, то еще с января. Он еще не закончился. Но когда видит это видео, он уже закончится. Ну так вот, я все время хотела использовать этот маркер, и наконец-то я его использую, поэтому let's go. Как-то вот так вот у меня получилось. Тут трекеры привычек, тренировка, вода, планка. И вот здесь... как это называется? Господи, я забыла. Вот это еще смазалось. Надо будет подправить. Какие тренировки я буду делать. Вот. Ну и календарик. Вот такой вот. И тут неделя. В общем, как-то так. Кто-то приехал, Денис. И на этом было все. Спасибо большое за просмотр. Кстати, если подвести итоги дня, то я сделала почти все дела. Ключевое слово почти. Я только не написала, в общем-то, конспекты. Текст для визитки я там не написала. И не сделала штриховку. Но так я сделала очень много дел. Прям я всего довольна, поэтому надеюсь, что тоже со мной продуктивно были. Либо занимались каким-то делом, пока смотрели это видео. Вот. В общем-то, я всех люблю, всех целую. И всем пока, увидимся в следующем видео.